Привет, мои дорогие любимые! Сейчас я иду на пляж. Сегодня у нас день спорта и день молодежи в Турции. И, наверное, там что-то будет происходить. Я после литургии все-таки забежала домой, поела. Решила в 12 дня никуда не выходить, потому что точно сгорю. Сейчас часы я не взяла, потому что я опять загорю часами. Ну, это в любом случае. Вот, ну, будет что-то сниму, не будет что-то, просто поплаваю. Я решила на восьмерке доехать до Мигроса, потому что так быстрее по прямой. Есть автобусы, которые едут прямо на пляж, но они, чтобы вы понимали, они еще едут наверх, вот туда прям. Потом еще катаются по студенческому городку, потом чуть ли не на Коне Алты заезжают. Я один раз села на такой автобус, сказала до свидания, я скорее пешком дойду. Поэтому сейчас я решила на восьмерке, при том, что восьмерка, честно, она меня подождала. Она уже стояла на остановке и собиралась уезжать, но мужчина подождал. Смотрите, как цветут вот эти бесподобные деревья. Ну, они, правда, уже перецвели. Юля опоздала, как всегда. Вот. Ой, ну, и на той улице, наверное, уже тоже перецвели. Юля. Вот еще осталось. Кстати, нет, это другие цветы. Это не те, что мы видели в Калеичи. Я вам говорю, тут одни цветут, другие уже отцвели, третьи начинают цвести. Вот эти мне нравятся. Я уверена, что... Вчера в Маркантале проводились какие-то мероприятия для деток. Я думаю, в Мигросе тоже. Можно я не буду заходить. Пойду, хочу на пляж. Хочу на пляж. Но, если честно, сегодня ветер. Поэтому как-то мне не везет, понимаете, без волн купаться. Ой, обожаю эти цветочки просто. Вот куда Юля пришла? Да, тут одна проблемка. Вы не можете выйти со второго входа и пойти сразу напрямик. Нужно обходить вот этот, как сказать, я не знаю, как это называется. Может зайти? Юля, успокойся. Так, надо обходить. Лунопарк сегодня вовсю уже работает. Обычно, знаете, под вечер начинают. Ну, наверное, в субботу-воскресенье все-таки... Он целый день работает. Раньше не включали вот днем, потому что очень жарко, знаете. Ой, я вот эти розовые люблю. Я все собираюсь в лунопарк снять, и все никак не дойду к этому. Сколько машин приехало в Мигрос, понимаете? Но еще может быть такое, что ставят машину здесь и идут на пляж. Потому что, ну там тоже я не знаю, где стоянка, чтобы было место, где поставить. Очень... Я даже не видела, где там стоянка. Тут всегда очень много машин, потому что здесь нету, это как бы старый торговый центр, здесь нет снизу стоянки для машин, это плохо. Маркантали, как ни крути, там 3 или 4 этажа, и никогда нет мест, все водители просто. Это что такое? Ну, если в будний день, там офисные здания, ну, все люди, которые работают в офисах. О, это новое! Ой, я только что увидела! Я на вот этом круге всегда каталась, ну, когда с сыном ходила. А вот это новое. Так распустились красиво цветочки, вообще обалдеть. Вот памятник. Он, кстати, буквально, я не знаю, 3-4 года. Раньше его здесь не было. Можно было просто по прямой пройти. Вот если бы сделали мостик вот здесь, это было очень круто. Но всем приходится вот столько обходить, да, чтобы выйти на эту дорожку. Ну, красивый здесь пустырь, я ничего не говорю. Уже давно что-то предсказывали, что тут будут застраивать, но пока что ничего не делают. И, не знаю, мне нравится так. И мы идем сейчас на пляж. Сделали из-за того, что новую разметку там, вот круг, это все сделали. Машины, которые едут с Коне Алты, они должны вниз проехать и потом вернуться. Честно говоря, ну, такой бред. Это, ну так, нормально, лишний такой метр плюс загромождение дороги. И здесь когда-то была остановка на Кеймер. Я видео уже вот этот общественный транспорт Анталии показывал, а вот она есть еще. Интересно, что там едет тогда? Потому что автобусы на Кеймер там, наверное, уже не едут. Не, наверное, а точно они возле Мигроса, если вы хотите сесть на Кеймер, то возле Мигроса садитесь. Здесь может просто обычная остановка для таких общественного транспорта. Вот, напротив находится, чуть-чуть ниже, аквапарк.
А вот здесь аквариум. То есть они практически друг напротив друга. Сейчас просто ехал в автобусе мужчина и спрашивал, то я объясняла. Кстати, так когда-то раньше я не думала, что они прям напротив друг друга. Они, да. Поле такое, поле. Думаю, кто там свистит, бибикая? Вот какая-то колонна поехала с флагами. Видите? Наверное, открытие было. Ну, я же, как всегда, успела на открытие. Не, ну я не скажу, что я любитель слушать разговоры, как они вступают. Мне нравятся концерты. Я спросила, эта остановка для чего, если на Кемер автобусы отправляются от Мигроса. Он говорит, отсюда отправляются автобусы на Олимпус, Кумлуджа, Финикия и Каш. Отсюда. Не возле Мигроса. Но назад они едут, возле Мигроса проезжают. Будете знать. То есть после Тикирова все автобусы в ту сторону едут вот сюда, с автостанции прямо сюда. Ой, какие цветочечки. Боже, это розы. Как много роз. Вот этот парк, ну, я не знаю, что в этом парке построили. Там был когда-то мини-сити, дальше вниз, но его перенесли, я вам говорила, оздалеку. Еще едут колонна эта. Вау. Ну, возможно, мы сегодня еще увидим колонну с мотоциклов, байкеров. Очень круто, мне очень нравится, когда вот они колонной едут. Смотрите, какие смешные поехали. Одну пропустила, такую оранжевую, такую красивую. Не успела нажать. А вот, смотрите, еще. Ой, я знаете, где такие видела? Был фестиваль «Всегда» когда-то давно. И вот такие машины ездили. Боже, ребенок стоит, флаг держит. Она сейчас свалится с этим флагом. Куда они едут? Боже, автобусик. Ага, полиция контролирует. Все, закрывает, наверное. Уже колонну. Оно так сильно растянулось, конечно. Наверное, в центр поехали, не знаю. Вот, за пару минут вы доходите до аквариума. А напротив Hotel Su. И вот чуть-чуть наверх это будет аквапарк. Показывает, что здесь стоянка. Но там стоит охрана, мне кажется, может платная, может нет. И вот, пожалуйста, извините, стоят все машины. Все, больше стоянки я не вижу. Дети тренируются. Кто на велосипедах? Ой, вот это мотоциклисты. Сейчас спрошу, или это закончилось, а что-то играет, это репетируют они. Да, в 4 часа начинается концерт народной музыки, классической. Ну, я думаю, мне будет слышно даже на пляж ее. Потому что танцев не будет. Ну, красиво сделали. Какая красотенюшка. Очень красивое море. Ветер сильный. Наверное, мне сегодня не полезу в воду. Никто даже не плавает. Вот там только вижу детки отдыхать. Ну, значит, позагораю. Зато хоть не жарко будет загорать. Вон переодевалки, иду к переодевалкам. Вот тут мотоцикл, это не можем понять, или на ступеньке едет, чи що? Вот куда він собирается ехать на менеджера? Я понимаю, что мотоциклисты уже едут и по ступенькам. По периметру всего пляжа вот тренируются. Как правильно натягивать вот это все. А вот мальчик прыгает со ступенек, понимаете? И... Опа! Молодец, на попочку так. Я-то даже и не рисковала бы. Я такой не умею. Надо обойти туалет, чтобы увидеть, что здесь ступенечки, Юля. Ну, хоть сегодня я выяснила, что здесь ступеньки. А знаете, почему я пошла? Потому что я услышала музыку, и я вот смотрю Декатлон. Помните, я вам рассказывала? Может, все сандали в камнях, что они будут организовывать вот какие-то активити. Но девочка не знала, где. Ну, видите, как хорошо, что я пошла не в раздевалку, а в туалет. Есть свои плюсы. Сейчас посмотрим, какие там активити происходят. Пока еще я, знаете, не разделась, не улеглась. Очень дома хотела поспать хотя бы полчасика. Но думаю, Юля, ты идешь на пляж? Ну какая разница, ты уже на пляже заснешь. Музыка начинается громко. Я не знаю, меня YouTube пропустит. Придется, наверное, выключать звук. Ой, смотрите, дети. Ой, что это такое? Ну так, знаете, это для менеджера такие тоже. Чтобы не бегать за мячиком, знаете. А это что? А, смотрите. Да. Ой! Да,
Так, это змеи запускают. Декатлон, молодцы какие, да? Придумали такое. Я уже любимые сандалики несу в руках, потому что я босая танцевала. Невозможно было обутом танцевать. Ну, не по приколу, если на траве. Вот, я уже иду загорать. Закончилась зумба. И через пару минут начнется волейбольный матч. Да, очень классно. Палатки не знаю для чего. Может, тут целый день кто-то... Ну, вообще-то целый день проходит активити. Всюду дети на роликах, молодцы. Но в Китае, вы знаете, еще вот такими маленькими, их в школе, у них физкультура, это должны быть ролики в любом случае. Все китайцы очень хорошо катаются на роликах. Да. Самые маленькие такое вытворяют, что я просто была в обмороке. Хочешь ты, не хочешь, ты на физкультуре, это как урок. Ты должен принести ролики и научиться на них кататься. Посмотрите, какие волны. Вот посмотрите. Но я полезу, потому что я после зумбы вся мокрая. Да, я не удержалась, пошла танцевать. Я думала, один танец танцую. Станцевала, наверное, 5. Девочка была в церкви. Она, оказывается, я говорю, это вы знали, это как ты? Она говорит, мы в конце ходим. Это бесплатные курсы, и вот мы все... пришли танцевать сюда. А, говорю, понятно, почему объявления не было. Да, вот такая звезда. Да, я так волосы подбираю под кепку, чтобы не намокли. Ну, что-то я очень сомневаюсь, что мне это поможет в этот раз. Очень я сомневаюсь. Я пошла плавать. Водичка просто бомба. Намного теплее, чем неделю назад. Даже то, что волны все равно очень-очень круто. Конечно, час по утрам я еще не смогу в такой воде проплавать. Все-таки на длинной дистанции я не рискну, а вот так буйками обратно, короче, я ложусь загорать. Представляете, какая красота летит, и первый раз такое вижу, честно, раньше не видела. Было, наверное, но просто в этот момент я, наверное, на пляже не была. Я не помню в тот год, где я была, честно, вот именно на этот праздник. Ну, наверное, какой-то концерт все-таки был, и я ходила. Площадка, скажите. Мне кажется, здесь мой сынулька и занимался. Честно, я вот когда он занимался, сюда не приезжала. Ну и для деток полазить можно, и для взрослых подтягиваться. Ладно, на этом еще и скейты катаются, я не знала. То есть и велосипедисты. Ой, это не скейты, это самокаты, Юля. На самокатах еще здесь прыгают. Вау. Иду я уже на остановку. Видите, какое здесь движение? То есть очень узкую дорогу сделали. Я думаю, да, вот это была пошире дорога. Поэтому сейчас автобусы, которые едут с отелей, обычно ехали с отелей, именно вот здесь. Ну, переход есть, но это бесполезно ждать, что тебя пропустят. Вот можно было, кстати, пробежать. Подождите. По-другому никак, потому что этого... Надо руку выставлять и проходить. Но я так всегда делаю, если я вижу, что нету светофора, да, ну, они не останавливаются. И еще что, очень медленно здесь едут. Поэтому все сервисы сейчас, автобусы, которые ехали сюда, да, чтобы быстрее было, чтобы не загромождать дорогу, которая идет в Юзунджуил и дальше на Кони-Алты, они едут там и постоянно пробки идут. Да, когда заезжают на Юзунджил, из-за того, что подземные мосты в центре, то они пролетают. А здесь я даже не знала, что вот такое прям движение. И так медленно едут машины. Это же, ну, я иду быстрее, чем эта машина едет. Ну,
ладно, я не йду быстрее, ладно, пошутила, утрировала. Ой, який мотоцикл вийшов. Буду ждать 03. Да. А что, сегодня бесплатный проезд, могу ждать. Я просто не хочу сойти пешком. Леглась полчаса на спине, потом перевернулась, и вы знаете, такой холодный ветер был. То есть я выдержала только полчаса. Вот реально там был холодный ветер. Я видела уже, местные жители куртки надели. Но я думаю, вылежу все. Надо, как это, половину загорела, половину нет. Так аж прям черно буду сегодня, знаете. Вот, и я решила все-таки подождать автобуса. Хотя ветер классный, вы знаете, можно, и нету жары, можно погулять. Но люди стоят, значит, давно автобуса не было. Поэтому хочу посмотреть, как он едет. На меня сегодня вот такая красота, понимаете, вот такая. Не знаю, вам видно, не видно. Смотрите, АЦ-03 приезжает на вот эту остановку. И вам нужно выйти и пройти пешком вон к Марк-Антали, видите? Почему? Вот, Марк-Антали. Почему? Потому что он потом едет вниз на подземный как бы мост этот и очень далеко потом будет возвращаться. Мы ехали, скажем так, ну, куня, латыши чуть-чуть объехали. Боже. Но, в принципе, у меня закончилась память на телефоне. Мне быстро прошло, потому что я чистила ее. Вот. Так что удобно. А АЦ-03 прям сюда приходит, не надо заморачиваться. Я почему через мост пошла? Потому что мне по диагональке так быстрее домой. Мне нету смысла к Марк-Антали идти. Вон у нас смех виднеется. Там, где я ходила заниматься на курсы. Все. Швейные, эбру, кулинарии, турецкий А1, А2. А уже Б1 турецкий я ездила в Консем, на Коне Алты. Да, здесь у нас так и не открыли Б1. И, по-моему, в этом году Б1 вообще нигде не открыли. Нет, платные, конечно, есть курсы. Я имею в виду те, что, ну, как подарок от государства, скажем так.